Всем привет, друзья мои! Рада приветствовать вас на своем канале. Я приехала... Ага, подожди, Наташ. Я приехала в розовый такой, как бы, мини-сад около одного цветочного магазина в Москве специально для того, чтобы снять цветение роз. Это вот здесь рядом храм находится. Это район станции метро Медведково. И вот здесь высаживают разнообразные розы. Смотрите, какая красота! Так, похожу. Я думала, здесь будут бирочки с названиями, но бирочек нет. Вот такие вот красивые. Здесь розы разные. Вот целая аллея. Такой запах. Вот специально, пока нет дождя. Вчера был дождик. И вот сегодня доехала. Давайте дальше смотрим. Вот здесь тоже вот магазин. Может быть, еще мы зайдем вовнутрь. Ой, Наташ, смотри, какая. Ой, как она пахнет. Красивая, красная штамповая такая. А вот смотри, вообще интересно. Серебро мокрое все. Не, вот сухая. Пахнет? Ты знаешь, не сильно. Вон лежит, какая розовая, красивая. В общем, здесь вот сейчас цветут розы. Вот так вот все это выглядит. Люди ходят. Очень много красивых кустов и расцветок. Вот, смотрите, какая. Ага, вот. Вот, смотрите, какие кусты розовые. Ага, внутри вон сколько там тоже. Красиво. Пахнет? Пахнет она. Такая, блин, вообще чумаровым маком прям. Ага. Жалко, что-то за ними никто не ухаживает. Вот это вот прошлись бы. Ой. Пообрезали. Нет. Тоже пахучая? Она не пахучая, но цветы у нее цветут. Сейчас. Это один? Да. Вообще. Смотрите, какая. Точно один? Один. Один, да. Ну, как бы они прошлись бы, постригли бы хотя бы. Да. Штамбовая красотка. Я все время боюсь их покупать. Мне кажется, они замерзнут. Ее накрывать надо. Вот такая вот штамбовая. Вот на такую стеблю. Ну, конечно, они отцветают. Плюс у нас идут дожди. И они все цветы повреждают. Ой, как я люблю вот такой цвет. Посмотрите, какая красавица. Посмотри, Наташа, как красиво. Прям вот смотри, как фарфоровые. А вот она, да. Необычно как. Как будто они не настоящие, как искусственные. Пахнет вот это. Угу. Ну, то, что ты снимаешь, такой тонкий аромат, вот она. Может, черенков? Магинок снатырив. Наташа уже хочет тут хвосты копать. Вечером придешь. Ее сейчас можно вытащить. Вот так, что ты мне тут говоришь? Посадит. Да ладно, ты там увидит маленький, знаешь? Да. Не, она... Нет, она не какой-то не пахучий. Вот а вот это пахнет. Так это одно и то же, по-моему. Нет. Это может быть... Вот. Смотрите, какая. Я не знаю, что это. Вот такая дерево. Вот это красивое что-то, да? Да, такое дерево. Очень даже низкое. И такое кривенькое. Ну, его, кстати, обрезали, значит, вымерзает. Посмотри, сколько обрезан стволов. Вот целое поле гейхер цветущих. Вот такая красота здесь. Вот какая красивая роза. Мне очень понравилась. Посмотрите, какой цвет у нее. Ой, как она пахнет. Она пахнет. Я так думаю, это все, что у них остается, наверное, не проданное, они вот высаживают сюда. Вот эти очень красивые, конечно. Да, но они вот не сильно пахнут. Ой, надо сделать фотографию. Здесь вот с красными, с такими прожилками, а вот это вот с оранжевыми. Тоже очень красивые. Тонкий аромат такой. О, какая красивая. Такие вот розы я обожаю, желтые. А, вкуснотища. Вот, смотрите, какая кисть. Это все вот одна ветка. Слушай, ходим прям по этому. Ну, розовенькие. Вкусняшки. Да-да-да. А вот такая вот. Такая роза. Тут их много. Вот целая клумба всяких-всяких разных.
пахнет? Не, а не особо. Вот это. Да, это не пахнет вообще странно. Вот целая клумба. Здесь машины рядом. Дорога. Климатик давайте посмотрим. Вот такая арка. Ну, климатисы, колокольчики вот такие вот. Что здесь еще? Здесь вот лилии. Много-много лилий. Они какие-то цветут, какие-то в бутонах. Вот были ирисы, они отцвели. И вот когда зацветут лилии, вы представляете, что здесь будет. Вот. Целая вот такая поляна лилий. С этой стороны гортензии, штамбовые розы. Может быть, мне удастся встретить розу своей мечты, но у нас такой нет. Я 2 года ищу одну розу, которую я видела в Америке на сайте одной блогерши. Но у нас я не могу найти такую розу. Вот, посмотрите, какая цвет какой. И вот здесь вот крупные очень достаточно цветы. Сейчас мы сходим вовнутрь, может быть, там есть какая-то распродажа, какие-то цветочки. Вот такая роза. Ну, почему-то какие-то тонкие ароматы. Вот цветы. Смотрите, какие цветы. Боже, они прекрасные. Прям такое впечатление, что они искусственные. Очень красиво. Так, надо сделать так. Вот здесь тоже кустик. Ой, какая желтая. Ой, здесь поливалки стоят в траве. Автоматически. А вот, смотри, Наташа. Да. А там я такую розовую сфотографировала, такая красивая. Ой, какая красивая. Куст какой шикарный. Это все один вот этот куст. Желтый вам сниму вот так близко. Очень красиво. Такой вот здесь цвет. Ну вот их много. Странно, нет названий. А у меня вот есть такая мелкая, красная, французская селекция. Ага, вот это красивенькая. Рыжий. Угу. Да, ну, бумажек вот, нет с названием. Так да, бы было да. бы проще, конечно. Смотри, да. Может, я и свою бы встретила. Да, красиво. А вот розы белые. Ну, здесь штамбовые, да, белые на штамбе тоже красивые. Деревце такое. Ну, вот немножко показала вам роз. Вот тоже какая красивая роза. Ну, к сожалению. После дождя пахнет? Сейчас. Ага, прям розовым маслом. Даже бутон. Вот где варенье-то набирать лепестки. Да. Ну, после дождя повреждений много, вот прям валяются. Вот куст шикарный. Вот жалко нет названий, так бы можно себе хотя бы выбрать. Посмотри, какой куст вот так иметь в саду. Такой красивый. Моя как штамбовая разрослась. Видно, не стригли. И прям вверх-вверх. Целое дерево. Ой, да они все прелести. Все... Ой, смотри, какую я вижу. Ой, это же вообще огромная какая. Один восторг. Один восторг. Ой, слушай, пахнет так вообще. Угу. Вот такая вот фиолетовая. Пойдем еще лилечки снимем, там чуть-чуть в магазин зайдем. Вот здесь вот тоже усыпанная. Да, сейчас дойдем до нее. Здесь вот прямо перед магазином. Ну, конечно, да, дождем много повреждено. Ой, какие красивые. Пахучие. Пахучие? Да. Ой, ах, я люблю пахучие розы. Пахучие лилии. Ой, вот это вообще сказка. Солнце выглянуло. Даже жарко. Пахнет? Ну, такой. Когда вот посильнее, это послаблено пахнет. Да, пахнет. Смотрите, какая красивая. О, какой куст. Как лежит. Шикарный. Аромат. Шикарные, конечно, розы. Розы это вообще... Вот так иметь розовый сад, это просто мечта. Сад роз. Беленькая не очень, вот покажу вам.
без рамок. С этой стороны вот такие цветные гейхеры с красными листиками. Вот какие-то тоже. Смотрите, как интересно. Расцветка какая интересная. Здесь красная. Она тоже пахнет так слабо. Вот она раскрыта, и вот бутон у нее, смотри, какой красивый. А я такие фотографирую, говорю, они как фарфоровые, да, какие-то, да? Они прям необычные. Как будто ее слепили. А вот она раскрытая. Ну, вот этот же куст. Угу. Ой, сказочный. Пойдем лилечки посмотрим. Но они не белые, они такие желтинкой. Нет, вот белая. А, там белая, да. Белая. Пахнет? Не особо ли. Пахнет. Вообще, мне кажется, самые душистые такой. Это такие вот рыженькие, желтые и красные. Вот сиреневая какая красивая. Угу. Смотрите, какой тоже шикарный куст. Нет, он все-таки прям... розовый сад – это моя мечта. Просто, представляешь, в саду одни розы. Прям бутоновидные. Ой, пионы. Да, есть такие, да, пионовидные вот, они называются. Он так тонкий тоже у него, да? Да, тонкий аромат. Вот такая. Вот тоже какая красивая. Тоже такой слабый аромат есть. Вот желтенькие. Мы уже тут все розы вынюхали. О, вот это пахнет. Вот это я люблю. Вот это пахнет. Все красивые. Вот какая нежнятина. Жалко, дорога рядом. Да. Дорога забирает много. Вот цвет какой красивый, насыщенный. И вот, представляете, тоже здесь вот лилии, лилии, лилии. Это розы. Сейчас, Наташа, развернусь. А, у этой чем? Ты знаешь, не розовым маслом. Вот какой-то вот он, не знаю, чем. Фу, духи какие-то. Слушай, странно. Вот, знаешь, лилии немножко отдают. Вот здесь заканчивается розочка. Ну, дорога, да, сами понимаете, что здесь как может. Ну, запах есть, конечно. Или пойдем посмотрим. Трава сырая. Здесь вот нам понравилось. Сейчас покажу. Красивые, я лилии люблю. Но я люблю такие, я люблю лилии, которые пахнут. Вот прям, чтобы воняло. Вот это вот мои самые любимые. Слушай, прям как кустовая, такая красивая. А вот фотографируй. Вот эту мы с тобой, да, приметили. А вот это. Посмотрите, какая красота. Ароматно, интересно. Ня. Вот желтые не пахнут. Я жду, у меня белые будут, цветные, и они прям вонючки-вонючки. То, что я люблю. Ладно, залезу в траву. Залез. Ага. И вот это. Посмотрите, какой кустище. Это вот на одной палочке столько лилий. Скоро они здесь тоже все зацветут. Но на цветение лилий я уже сюда не поеду, конечно. Вот эти прикольные. Ой, перепачкаться же можно. Так что вот такая красота. Показала вам лилии, показала розы. Сейчас мы зайдем вовнутрь. Посмотрим. Я раньше сюда очень часто ездила. У меня даже есть карта этого магазина. Ну, потом как-то уже сад был заполнен. В принципе, здесь недорого. Ой, вернее, недешево. Здесь недешево. У них есть сайт. Там можно заказывать, участвовать в закупках, в заказах. То есть, ну, такое место интересное. Там скидки всякие. Вот у меня отсюда из этого магазина миндаль в саду. Розы мы покупали. Ой, розы покупали мы, сирень штамбовую. Она замерзла у нас. И еще что-то я здесь. Я много здесь чего покупала раньше. Ну, в общем, вот такое место красивое. Еще вам покажу такой кустик. Ярусами. Раз, два, три. Красиво. Ну, вот здесь вот подниму вот такие вот розочки. Вот, очень красиво. Так прям хочется веточку на череночке. Вот еще вам такую покажу. Цвет такой очень красивый. Все поломанное, видите? Дожди, да. Видны цветы, конечно. Ну, такая погода, как вот тропики. Очень влажно у нас сейчас. Надеюсь, у нас сейчас...
У меня, в частности, огурцы мои хотя бы подрастут. Вот и очень красивый цвет. Разрешение на съемку сказали начальству бывает только по будням. Сегодня выходной. Ну, я сказала, что типа ничего не пить. Девочки, имейте в виду, Москва, Подмосковье. Вот такие вот красивые здесь всякие принадлежности, семена, тыква. Найди мне этот ревень, Наташа, а то все, хочу, пусть растет в саду. Огурцы, видите, лето, а сколько семян. А здесь вот всякие эти обработки. Гладин, бутон, цветень. Может, я себе что-то найду. Так, и пин у меня есть. Вот здесь акции всякие разные проходят. Вот фитофлорин, пожалуйста. Бордоская искра. Вот здесь цветочки. Так, цветочки тоже надо посмотреть. Сейчас я попробую. Так, тут вот я взяла ревень и вот такие морские камушки, салат. Ой, какая петунья. Чего же я на петунью-то не смотрю? Не хочу я ее. Нет, я знаю, не хочу. Не хочу место сосарить. Смотри, какая петунья. Триумф Альба. 54 рубля. Блин, красивый, капец. Нет, я лучше приеду потом за свежими. Хотя, наверное, эти же и будут висеть. Завоз, конечно, будет зимой. Так, сейчас я буду искать травку своей мечты. Может быть, я ее здесь найду. Так что это вот такой отдел. Сейчас пойдем дальше. Магазин, в принципе, большой. Так, вот здесь всякие целые вот средства защиты. Вот тоже, пожалуйста. Любая защита. Ну, радость, что у тебя хорошая. Вот. Стеллаж отдельный. Так, клещевит. Наверное, я возьму клещевит. У меня нету клещевита. Правда, у меня пока и клеща-то нету. Вот сейчас купишь от клеща, появится клещ. Ну ладно, оно же надо. Какая у него цена-то? Так, пусть будет. Шарпей, жукоед, чистоцвет, прогноз, мучнистая роса. Вот книги здесь есть. Вот еще здесь сколько всяких удобрений. Вот. Ой, семена он по 15 рублей. Тоже очень много средств. Взяла еще витарос. Здесь вот биогумусы всякие, препараты. Азотофит, агриколы. В общем, сами видите, очень много всего. Вот я раньше все, вот такие вот у меня сейчас для розы, для герани вот такие банки мне очень нравятся. Это Greenwood и орхидеи, как вы знаете, я такими пользуюсь. Вот для роз я тоже такие покупала. И вот у меня еще есть коробка для рододендрона тоже. Мне очень нравится, это долгие такие удобрения. А это вот видно новые какие-то. Robin Green, тоже сухие такие порошки. Так, боже, у нас что, змеи? А, ну, наверное, где-то есть змеи. Есть, есть. Как хорошо, что у нас нет ни кротов, ни змей. Здесь вот лилечка по 190 рублей. Корешочки. Вот лили, тоже здесь такие вот клубни. Перчатки. И сад выходит на улицу. Здесь всякие флакончики, пшикалки. Вот сидираты, пожалуйста, фацелия, редька, все, что хотите. Шланги, шампура, материал вот этот, лопатки, всякие такие инструменты. А вот здесь раньше именно были клубни, а теперь вот тапочки. Леска для роз, грунты, горшочки. Здесь вот удобрения, лопатки. Ну, до улицы дойдем, да пойдем. Здесь сколько растений. Здесь и рододендроны покупала. Вот они, просто не тратят, вот угу. Ну, роза вон, 1550. Спешите, только 14 дней, каждая роза, пятая роза в подарок. Вау. Вау. У меня есть такая. Несколько цветная. Вау. Ну, вот здесь хоть название написано. Ну, цена вот 1190. Ой, Наташа, смотри, какая красивая. Ну, то, что у них там растет, вот она. А вот они, да, которые вот на улице. Вот они, да, с названием. Сколько она стоит? 1490. Это французские. Ну, вот они полторашку средние. Угу.
Ну да. Пчелки здесь вот все. Во всяких растениях и саженцах. Кому интересно, приезжайте сюда. Здесь вот всякие кусты, смородина, новинка. И ошта. Жолтабис. Господи. Ёшта. Что это? Крыжовник, наверное. Здесь вот такая тепличка. Тут вот малинка, всякие такие вот землянички, клубнички. Стелющийся, барбарис. Ой, реально, как в этом, в Таиланде. Фух. О, крыжовник сколько. Он штамбовый, представляете? На штамбе висят ягодки. Ну, попробуйте. Вкусно. Моя любимая рододендрома. Распродажа. 671 рубль. А этот тоже, да. Здесь вот одни клематисы. Почему? Вон гортензия есть. Вот какая красивая. 1300 Франция. Роза. Ага. Да все красивые. Мне кажется, роза вообще она не может быть некрасивой. Любая роза, она красивая. Представляешь, вот привез в сад, а она уже... Ай, Наташа, вот это пахнет. 1490. Эх, блин, были бы на машине. Как бы на автобусе сюда. Приехали. Одни вздохи, ахи. Все очень красиво. Розы красивые, бесподобные. Смотрите, какая кисточка. И вот какая красота. Ну все, наверное, на этом я тут и закончу в этом розовом саду. Вернее, уже в магазине. Очень много тут всего красивого. Леди Гарден Аустин. Кустарниковая. 1490. Здесь, конечно, очень все красиво. Мы будем отсюда выдвигаться. Ага, огромная какая. Столько здесь красивых роз. Кто увлекается, кто недалеко, кто может добраться, доехать. Ну, говорю, у них есть интернет-магазин. Можно делать заказы в интернет-магазине. На этом я закончу здесь съемку. Пока никто нас не выгнал с камерой. Глаза на это закрыли. И спасибо большое им за это. Всем пока и до новых встреч на моем канале.